И снова всем привет, друзья! С вами NoFX и Шеморо. А мы находимся в Grand Theft Auto Online, дорогие друзья. И по вашим многочисленным просьбам сегодня мы решили повыполнять задачи из нового обновления. Сегодня мы будем таскать грузы, перевозить грузы. Я на своем нежном горбу не буду. Нежном горбу, блин. У нее. Так, тихо, мне здесь всякие звонят, ребята. Да, сегодня будем заниматься перевозкой грузы. Кстати, почему я не могу? А, вот, да, я хотел сиськи рассмотреть в твоего лифчика. В смысле, вот оно что. Да, ну, рассмотреть, в общем. Давай, мы в офис сейчас едем же, да? У тебя есть пометочка? Да, в офис едем. Ну, я вижу его там на карте у себя, на мелкой. Да, ребята, сегодня будем заниматься грандиозными гангстерскими разборками. Что я вам еще хотел сказать, ребята? Открылся мой магазин прокачки. А в описании, естественно, вы можете увидеть ссылочку. Не знаю, у меня, наверное, только в описании, у Артема, наверное, не увидите. Вот. Возможно, все. Возможно, и увидите, да? Если дашь ссылочку, я ее туда пихну. А, ну вот, спасибо. Ну вот, открылся магазин, ребята, там работают специально обученные профессионалы, которые помогут вам прокачать опыт, левел, деньги. Да что ж такое-то, блин, нормально? Как я так открылся, я не понял. Я ничего не знаю. Блин. Опыт, левел. Господи, не та эмоция. Опыт, левел, деньги, в общем, и все, что угодно в GTA Online, дорогие друзья. Поэтому ссылочка в описании. Там работают люди. Можете написать, кому нужны деньги, левел по низким ценам. Все это будет. Ну а сегодня мы приступаем, естественно. Идем в наш офис и будем сегодня с тобой, наверное, перевозить какую-нибудь дурь. Мы будем дурь сегодня перевозить или что-нибудь другое? Да, хотелось бы, братиш. Я люблю дурь. О, меня пригласили в офис. Да, ты же член организации. Член же. Так вот интересно, почему не сделали возможность, что я сам могу заходить? А вот хрен его знает. Блин, секретарша все в одном и том же платье. Да, что-то... Что-то она вообще не переодевается. Слышь, что, блин? Одежда, видимо, реально закончилась. Значит, сейчас мы будем что делать, значит? Мы будем, ребята... Баночка есть? Что баночка? Ну ты можешь пока вискарьку там взять, что тебе надо. А, окей. Да, все есть, все у нас есть, как бы. Ты же знаешь. Вот. А сегодня мы будем заниматься как раз грузом. Посмотрим, может быть, если другие игроки будут заниматься тоже грузами, может быть, попробуем их перехватить. Но для начала, наверное, нужно заняться своими делами. Своим бизнесом. Ты сколько у тебя таблеток тут, братиш? Да. Обалдеть. У меня много таблеток. Правильно. Так, слушай, а почему я только медикаменты могу закупить, интересно? Потому что нам только они нужны. Подожди, а мы с тобой разве в прошлый раз все сбросили? Полностью все опустошили? Не, мы только одну вещь, кажется, сбросили. Не, ну, типа. Мы без серии просто, ребята, писали. Ладно, давайте закупим на склад медикаментов. Без серии писали, да. Ну, точнее, без серии решили поиграть разочек, как бы баблица поднять. Занимались, в общем, этим делом. Ну, что-то только не набухивайся, тебе еще вести. Не, я так. Стаканчик. А то у тебя тут даже дунуть нечего. Даже дунуть нечего, говорит. Ну, поехали, что, поехали тогда. Поехали. Задача у нас вроде бы есть. Покинуть офис на транспорте. Давай просто выйдем, наверное. Выгнать всех на улицу. Выгнать всех на улицу. Не надо меня выгонять, я и сам выйду. Блин, я думал, сейчас какие-нибудь амбалы будут это, слышишь, нас выводить под руку. Да-да-да, типа, ну пошли нахуй сюда. Из офиса. А, кстати, вот здесь вот через дверь, когда выгнать всех на улицу, ты выходишь. Через нормальную, где машина, наверное, да? Да. Во, мы здесь. Во. А не, хрен знает где. Давай я за руль. Вы получили координаты. Повози меня. Да, пожалуйста, заберите товар. Все у нас, кстати, знаешь, что удобно мне нравится в этих миссиях? То, что все сразу же автоматически тебе. Маячки, куда ехать и так далее. Заметил? Да, что круто, да. Очень удобно, не надо ничего помечать самому. Да, то есть тебе не просто пометка там... Ты поцарапай машину, а? Хорошо, я аккуратный водитель, я же шумерхер. Подожди, а что за херня? А, все нормально. Мне показалось, что метка пропала, прикинь. А, так вот... Тебя штырит. Ты что, там таблеточку вовсе взял? Нет, нормально все у меня. Меня не штырит, все прекрасно. Сейчас поедем. Я не знаю, нападут на нас другие игроки сегодня или нет. То есть тема такая, здесь же другие игроки могут напасть, правильно, в любой момент? Да. По факту. Ну, в тот раз, когда мы просто вот поиграли, как-то они не хотели нападать. Кто-то там подъехал, но уже поздно. Ну да, кстати, все занимаются просто своим бизнесом, никто друг другу не мешает, насколько я понимаю. То есть тут тема такая, ну хрен его знает, может быть мы кого-нибудь подловим сегодня. Что? Чё? Да что ты делаешь? Где? Что? Ты мне всю машину разбил. А, ты про это, да ничего страшного, ёпта, бля. Потом в СТО загонишь нормально. Че, у тебя бабла нет, что ли? Починят, будет как новое. Мне мало. А че, каска не оформил? Каску? Оформил? Ну, страховочка нету, что ли? Еще звонить, блин. А, звонить, пока потом в ремонт, да, нахер надо.
Да ладно, нормально, я аккуратный водитель. Ты видишь, я по правилам еду абсолютно. То есть да, ничего, то есть, ну подумаешь, на красный там проезжаем. Зеленый, смотри как. Да, да, все четко, ребята. Полосы не срезаем, едем как надо, как бы. Пошли нахер на ведрах своих говенок. Вообще ни разу не срезаем. Не, ну я не говорю же по абсолютным правилам дорожного движения, но все-таки стараемся, я еще и от первого лица веду. Кстати, в этот раз груз в другом месте, заметил? Да. Подожди, а нам здесь? Нам здесь разве не... А, давай вот здесь срежем, да. Давай вот здесь срежем. Ассистент, кто-то опередил нас, смотри, забрал товар и быстро уходит. Оба-на! Что за фигня? У нас опередили. Забрали товар. Ты поставил метку, да, туда? Да, я примерно поставил метку, где это. Блин, вот. Здесь встречка, сука. Да пошел нахер ведро свое, блин. Еще вышел, слышишь, на разборке. Охерел совсем, блин. Возьму-ка пушку у руки. Да, возьми-ка, потому что что-то какая-то херня вообще. Ребята, что-то дичь какой-то нам заливают. Ты поставил, да, метку примерную туда? На груз? Да, примерную. Угу. Он движется на карте, можешь глянуть, пожалуйста? Сейчас гляну. Что у нас? Да, он в движении там получается. То есть, блин, а мы не на Каруме с тобой, видишь, какая хрень? Да ладно. Ёлки-палки, ребята, вот это дичь. Так же более по гэнгста. По гэнгста, ребята, да, не на Каруме, лучше на кабриолете на дело ездить на туре. Нахрена нам Карума? Так, здесь нам нужно, по-моему, вот так, да? Нет, нам вот наверх. В смысле? Там заехать, вот здесь вот заехать получается. Вот здесь нам надо было? А, да. Ну да, нам здесь просто на разворот нужно было пойти. Угу. Фу. Вот. А, понял, да. Я его тоже всегда мажу. Ринди-бэ-динди. Я еще от первого лица водить люблю в GTA. Не знаю почему. Это самое классное. Да, мне когда тоже... от третьего лица какая-то аркадность. Он нам навстречу едет. Кто навстречу? Груз наш едет к нам навстречу. Вон он. Да ладно, готов? Ну. Где этот, сука, блядь? Вот это вот он. Говнари вонючие! Вернули, сука, товар! Кажется, он уже сдох. Да? Давай проверим. По-моему, теперь точно. Садишься? За руль возьмешь? Давай. Пошел отсюда. Давай, поехали. Поехали. Не-не-не, нам нужно забрать его. Че я не могу открыть-то? Он говорит нам ехать. Да? Почему ты не можешь сесть? Подожди. Есть. А, все, сажусь. Давай, нормально. Копов нет на хвосте? Нет. А вон говнари, генгста. Сука! Дал. Ты жив? Да, жив. Блин, броников не взяли, суки вонючие, гады, ублюдки. Черт подери, смотри, говнари там. Ага, нормально, все нормально. Движемся, ребята, движемся, ёпта. Оу, там копы. Оу, ты перепутал, груз. Блядь. Его вытащим еще? Давай вытащим. Да. Походу уже не вытащим. Ты перепутал немножко, да? Лево-направо перепутал, да? А ты что, умер еще? Я еще и утонул, да, блин, захлебнулся нахер. И что теперь делать? Я по воде бегу, как Иисус. Какой Иисус? Какой Иисус? Мы груз проебали сейчас. Ничего не знаю, это был не я. В смысле, ты просто... Ты поворот перепутал с херней. Господи, мамка моя. От бинтов убегаю. Так, ребята, сейчас мы поедем за новым грузом, дорогие друзья. Вернемся через секунду. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Мы закупили новую партию. Надеемся, мы ее не утопим нахер, как это было в предыдущий раз. Заберите наркотики. Наркота, слышишь? Котиков. Котиков, наркотиков. А может быть, я знаю, что мы сделаем сейчас. Слышишь, чтобы нас... Ребята, мы сейчас будем как гэнгста. Смотри, что мы сделаем. Мы... Во! Что такое? А, это тестотрон, боеприпасы. Броню сейчас скинем, комплект. Смотрите, сейчас нам броню ребята привезут. Где броня? Где? Сейчас я к тебе подъеду. Где броня? А, все, она уже на мне. Мне уже скинули, понял? Угу. Сейчас, ну-ка, больше нет, агентство недоступно. Так, способности шефа. Нет. Все, так, подожди. Все, отлично. Транспорт шефа. Я еду. О, давай, ну, может, возьмем какой-нибудь это... Баллер. С пулеметами? Что-нибудь. Давай вот так вот возьмем, да. Все, братан. Сейчас мы на джипе. Я на машинке агента 007 еду. А, давай. У меня, посмотри, какая. На броне, ёпта. Рейндж Ровер, блин. Классная. Гальвантер. Че, нам куда ехать-то? Че, нам ехать вон по зеленой. Ты видишь маршрут, нет? Опа, я не вижу его. Едь тогда за мной. Угу. Давай! Такое говно тяжелое, кстати, по управляемости. Вот это я на нем еще не ездил.
Воу-воу-воу. Че, он жарит? Кто жарит? Не, меня чуть не сбили. Блять, неуправляемый автобус! Господи! Господи, вот это авто, вот этот тазик, бля! А он на броне еще, видишь, тяжелый, такой неуправляемый получается, ребята. Танк, блин. Реально таз какой-то просто, блин. Ведро сраное. Так, ладно, нормально, нормально, доедем. Но зато на броне. Да, это хорошо. На броне это хорошо! Там подвинь! Далеко ехать? А? Сука. Далеко нам ехать? Да нет, тут, в принципе, рядом. Но я не знаю, такой ли фургон будет или не такой. Его опять, наверное, кто-нибудь заберет, увезет, отвезет, блин. Хер его знает, ребята, хер его знает вообще. Блин. Но тазила вообще в повороты еле входит, блин. И спецгруз. Оба. У меня появилась, вот. А груз на месте, слышишь? Братан, заберите, братишка, наркотики. Братик. Заберите, груз на месте. Я не уверен, что я смогу это довести. Тихо! Тихо, на! Что такое? Че ты пинаешься? Подожди, нам нужно вниз куда-то припарковать, съехать. У нас проезд должен быть, да. Че, нету здесь проезда? Че, пешком идти, что ли? Ну, хрен его знает. Ну, давай заберем, да, давай заберем. Давай возьмем гангстаган. А, вот тачка. Походу, да? Да, вот она. Ой, это ничего так, по сравнению с той. Да, это, ой, какой хороший фургон. Опять за руль сел? А, подожди оно меня. Оно само. Эй! Давай я лучше, давай я лучше. Смотри. Давай, погнали. Смотри, как... А, не, ну ладно, так, посидим. Так, и где у нас здесь, и где у нас здесь? Ага, вижу. Сзади где-то, наверное, да. Так, хорошо, полицейский разворот пошел. Все, теперь нам нужно доставить этот груз, правильно? В на склад. Да, дай-ка я гляну, где это у нас. Сейчас другие игроки могут, кстати, нам помешать, братан. Будь готов. А это наш склад, я понял. Будь готов, сейчас другие могут помешать нам на изи просто. Блять, такое же ведро нахер. Да ладно, нормально. Да, такой же-то, знаешь, хер, блин, повернешь. Я не знаю, ребята. Блин, где это? Ух ты, я и пулеметы могу взять в руки. Да ладно. Обалдеть. А там сзади никакого пулемета у тебя нет? А у меня в руках сейчас будет. А, отлично. Коллаж взял. В руки. Отлично, тогда ехаем, ребята, ехаем вперед, ехаем только... Вон он, перекрывает нас, смотри, слева! Нет, сзади уже? Да, сзади. Ты его видишь? В зоне видимости уже. У тебя? Не-не-не. Уже значит, уехал. Значит, этот говнарь просто мимо проехал. И он боится не собирается нас грабить. А может и нет, а может быть сейчас вернется, как с базуки даст нам поджопник. Будет ад, ребята, это очень аккуратно надо делать. Да, там сзади кто-то, я вижу, наверное, на радаре, ты видишь? Вижу, есть там. Он какие-то прям за мной, да? Нет. Да не совсем за нами, они далековато. А, ну понял. Ну тогда нечего бояться, ребята. Тут уже рядом наш склад, поэтому все будет хорошо. Ох, какая катка, какая катка. Ну жалко, никто не это. Видимо, игроки с друг другом не это. Я хотя помню, что-то было такое, что нападают, всякое такое. О, приехали же. Да-да-да. Конечно. Отлично. Этя! Транспорт со спецгрузом доставлен. Ну а теперь это самая сложная часть. Теперь это самая сложная и самая интересная часть. Я надеюсь, нам кто-то будет мешать, кто-нибудь будет захотеть нам. Вот наш я товар, ребята. Я получил? А? Надо же его сбыть. Надо сбыть, точно. Да. Угу. Ой, а что-то дешево, слышишь, братан? Что-то очень что-то дешево. Как-то Pacific Rim Finance за 36 тысяч долларов. Это максимум. Всего мы заработали. Ну давай его. Ну давай его, что делать. Можно, конечно, ездить туда-сюда, как бы. Так. Mm-hmm. Так, все, мы назначили продажу. Обалдеть. Ну. И дальше что? Сейчас должна появиться миссия у нас, по которой мы будем сбывать. Во! Так. Сядьте в грузовик. Сядьте в грузовик? Какой грузовик? О. Воу! Нифига себе. Воу-воу-воу! Вот это танк. Это ты чё? Ага, гэнгста, что ли? Подожди. Давай так, давай так. Гэнгста, ёпта. Гэнгста, блин. Погнали. Господи, здесь бы развернуться нормально. Ну-ка. Предметы. Это мусорная же машина какая-то, не? Что это за херня вообще? Ага. Главное тебя сейчас не сбить просто. Просто тебя может снести, если ты об столбик неудачно как бы. Нормально? Ты чувствуешь себя уверенно? Да! Я так и знал, бля! Очень уверенно. Садись-ка лучше-то это. Да, я лучше рядом сяду с тобой.
А то как-то стрёмно. Как-то мне. Тебе имбальничек-то снесло. Там никто там сзади нас? Что там взрывается? Блин, я чувствую замесы, братан. Переодеться хочу. Переодеться? Да, я переодеться хочу. Чтобы быть гэнгста? Хипстер. А я не могу переодеться, пока я в машине, я понял. Тут рядом игроки, кстати. Вон игрок. Атакует, нет? Да, атакует! Я первый начал. Ты первый начал? Правильно? Конечно. Хорош! Нехер перед нами ездить, давай дальше. Он мстить не будет нам? Походу нет. А чё они такие все? Сить хочет. А чё они не хотят-то? Ну, сиськи страшные. В смысле, большие. А? Боятся. Это в нас? А, это ты? Нет, это я. Оу! Разберитесь с атакующими, что? С какими атакующими, братан? Не знаю. С какими атакующими? Я переоделся. Подожди, ты видишь, да? Они здесь где-то рядом. Я вижу, вон, вот тут. Первый. На джипах. Второй. Нормально. Третий. Хорошо, имбальник. Еще где? Сзади! Нет? Нет, все, пока. Нихера ты гэнгстер, что, блин? Слышь, что, блин? Это что за... Лол, вроде была девушка, а теперь какой-то ублюдок просто согнутый. Спецназ. Да-да-да. Сука. Так, подожди. Еще сейчас будут. Еще идут. Вижу. С двух сторон. Вот это да, вот это катка, вот это замес. Еще есть. Офигенно. Слева. Говнарь вонючий. Это нормальные... Так, еще кто? Да, все. Еще есть? Еду. Сейчас еще будут. Вижу. Убейте врагов. Там вон красная точка вот какая-то едут. Появилась. Едут? Mm-hmm. Да, что-то вон две точки есть. Вот говнари ссаные, вонючки. Никого больше? Едут. Вон. Справа. Да. Справа. Машины. Справа, вонючки. Давай! Блять! Меня? Меня кто-то убил. Слышишь? Ну, походу, они. Ты главное, живи. Да. Ты главное, это, отойди, их больше там. Их больше там стало, братан. Ага. Живешь? Там их пиздец просто. Там их пиздец просто, братан. Писец? Да, писец, говорю. Нате нахер вам. Писец как много? Да, там копы уже, что ли? Я слышу копов, но у меня звезд нету. У меня тоже нет. Хорошо! На... Да! Продано. Вы успешно доставили груз. А, отлично. Еще можно на один из их джипов взять. Заработали дополнительные 6 тысяч за помощь. Сколько? Шеф. Слышь, я хочу контракт свой пересмотреть. Че, тебе 10% мало, что ли? Ёпта, бля. Ну, конечно, блин. Двое фирме 10% ему мало. А че я машину не могу их сесть, блин? Че за говно? Че за говно, блин? Трофей. Вон, садись в эту, нормальную. Вот, в эту. Пойдем вон черепка ёбнем еще. Убьем, в смысле. Ну, а что он там бегает? О, он прямо перед нами тут. Близко. Направо. Он, наверное, в танке в каком-нибудь, не? Нет, мне кажется, в машине просто. Давай, суки, блядь! Строчи в него! Ты вышел? Угу. Зачем? Сука. Вон он! Залазь. Это не он. Поехали. За ним. Не он, другой. Давай, без корумы. Поехали. Говнарь вонючий, а, ублюдок, я ему половину хп просадил, слышишь? Ссаный вонючка. Сейчас получит. Сучка. Опа. По нам кроют. Это я. Кто по нам? Откуда-то по нам по крыше прям крыло. Да? Да. Сука. Надо догнать эту суку, погоня! Прокидывай его! Ну, прокидываю, как могу. Сука какая, а? Я тоже что-то не могу его прокинуть, ни хрена. У меня, по-моему, дисков нет, да. Мы без дисков, он сейчас будет тормозить. Он сейчас будет тормозить у переулка сейчас. Угу. Готов? Угу. Ща. Щью же ему, в имбальник прямо! Да, втащили, ёпта, бля! Убил. Шимора убил игрока. Врач то. Сука, блядь! Машину. Убил бабу за него. Да не знаю, чё. Поехали. Поехали. А, я не могу, я как друг могу сесть. Чёрт подери. А, вот, получил бабло, плюс 7 косарей.
О, отлично. Отлично, ребят. Ну что ж, на этой позитивной, как говорится, ноте, ребята, мы с вами, наверное, и, соответственно, закончим наше приключение, да, братан? Да. Было довольно весело. Было довольно весело, дорогие друзья. Желаем вам... Да-да-да, все правильно сделал. Желаем вам удачи и хорошего настроения, естественно, во всем. Быть большой бандой, вкусной и приятной, соответственно, для всех остальных. О, это этот пидор! Сука! Собрал, а другие там в этом. В чем? О, так, а ну-ка. Так, да-да-да-да. Да, ребят, спасибо вам большое. Ссылка на магазин Shumoru Show для прокачки в описании. Ссылка на NoFX, естественно, тоже в описании, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за просмотр. Если вы еще хотите больше фрироуминга и замесов в Grand Theft Auto Online, не забывайте поставить лайк и написать нам о том, что вы думаете, сука, по этому поводу. Идите сюда, блядь! Да, ребята. Да, всем пока, друзья. Всем пока, ребят.